Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, что подарит вам Вселенная до конца года. Итак, девочки, Вселенная вам подарит какую-то поездку или переезд. Это будет осуществление ваших серьезных планов. Что за планы у вас? Куда вы собрались ехать или переезжать до конца года? Сейчас, я так понимаю, у вас тяжесть на душе и будет еще тяжесть на душе из-за того, что такое ощущение, что вы не знаете, получится ли у вас эта поездка или не получится. То есть планы на поездку или переезд. А может быть, у вас планы на смену работы до конца года или еще на какие-то перемены. Так, смотрим, девочки. Ну, придется приложить усилия, конечно же, да. Но дело в том, что самое главное, то, что подарит вам Вселенная, то, что откроются вам возможности для осуществления этих ваших серьезных планов. Да, и смотрите, здесь еще может быть ваши серьезные планы встреча с мужчиной, а для кого-то может быть знакомство в поездке, или может быть вы думаете, что вы переедете и познакомитесь с мужчиной, да, либо это может быть встреча с вашим мужчиной, если у вас роман на расстоянии. Для тех, кто в паре, девочки, это может быть совместная поездка или переезд к мужчине. Ну, для тех, у кого роман на расстоянии, тоже переезд к мужчине я не исключаю. Зависит от того, на каком этапе сейчас ваши отношения, на каком этапе развития. Вот. Для тех, кто в браке, кстати, появится поклонник до конца года. Ну и встреча, да, встреча, переезд к мужчине или с мужчиной. Вот это самое главное, то есть подарки Вселенной. В общем, до Нового года точно у вас будет либо мужчина, да, либо встреча, либо совместное проживание уже начнется. Кто-то из вас, возможно, выйдет замуж еще до конца года. Вон. То есть точно Новый год будете встречать с мужчиной. Вот такой вам подарок Вселенной. Ну и открываются возможности все-таки для осуществления ваших серьезных планов.